настоящая драгоценность мировая. Амазонка. Готовимся к принятию сокровенного, еще до конца неоцененного напитка человечеством, объединивший все эти просторы, объединивший Амазонку. Именно здесь, в глубине, куда не ступала нога туриста, лежит истинный смысл и познание великой силы тупи, великой силы, скрывающей за знаниями айуаски. После 50 километров пути, видите, достаточно свежий выглядит, потому что у меня с собой было это напиток местный, сделанный из 10 трав, предназначен для истинного путешественника. Его можно не пить, только смотреть, иначе сразу можно концы. Вы, наверное, не то услышали. Окончание встретить пути земного. Ну да ладно. Еще чуть-чуть нам предстоит соприкоснуться с дикими местами. Еще более дикими. Слышите звуки, у нас там встречают. Подготовили все как нужно. Байбабло, танец, и танцевать. Важно сохранять ритм. Ритм монотонный, который позволял настроить ваш дух, сознание, сердце на кушение. Если кто-то вам сказал, что айваску пьют, нет, ее кушают, ее кушают. Это истинная вода амазонского леса. Дороги пока не проложили. Ну и хорошо. Пока можно ощущать. Аккуратно. Здесь очень острые листья. Некоторые ядовитые. Поэтому нужно очень аккуратно перемещаться по сельве. Айваска – напиток основной Южной Америки, который, собственно, предопределил формирование более 70 племен в лесах Амазонии, которые строили всю свою жизнь и религию, культуру по отношению к силе, которая называется айваску. А, ну, также подобные силы называются тупи, и она очень интересно коррелирует с напитком мате. Банипсериопсис каапи, то есть латинское название растения, растет больше на территории Амазонии. Существует около 100 видов айваски, которые, собственно, используют для церемонии алкалоиды, которые находятся в айваске, найдены также во многих других компонентах, включая виноград, ну, конечно, опиум, конопля, листья коки. Но в отличие от психотропных растений, вызывающих наркотическую зависимость, этот напиток, делающий из айваски специальным образом, куда входят многие компоненты, включая листья чакруны, и, собственно, реализует те задачи, которые стоят перед данным напитком. Сейчас мы начнем приготовление напитка. Самое важное – это подготовленный корень, а вернее лиана
называется капи айваска, который собирается специальным образом, в специальное время, и является не менее важной частью подготовки данного напитка. Делается напиток по принципу плова. Сначала обрезается где-то на 10-15 сантиметров лиана, расталкивают, то есть как бы выжимают и кладут вниз. Дальше кладут листья чакруны, дальше кладется опять лиана. И после этого добавляют, в зависимости от церемонии и задач, различные дополнительные компоненты. Все это сопровождается окуриванием табаком мапача, который должен удерживать пространство делания церемонии. И все это варится в течение длительного времени, иногда до суток. Но процесс состоит из двух частей. Сначала вываривают, все процеживают, и из коричневой этой жидкости, которая ее варят до приобретения более плотного субстанции, и вот ее принимаются. Организация церемонии, организация варки айваски, организация сбора – это три очень важных задачи. Почему айваску нельзя принимать нигде, кроме как в Латинской Америке, в Амазонии? Потому что должна прийти сила, реальная сила, которая выражается и в листьях чакруны, женский, собирательный, и мужской, что заложено в самой лиане. Задача обогатить не только напиток, обогатить пространство, в котором происходит процесс. В моих руках айваска Сиела, или небесная айваска. Существует, как я уже сказал, более 100 видов айваски. Наиболее сильной является гремучая черная, или айваска негра. Айваска амарила желтая, или громогласная айваска, которые более сильно воздействуют и рассчитаны на более сильное углубление и работу. И ей занимаются только специалисты. Однако же, всех этих видов айваски объединяет понятие силы марири, которая образуется в процессе принятия айваски. И мало того, что эта сила имеет свое физическое восприятие в теле во время принятия, а создано целое религиозное учение, где поклоняются, по сути, марири. А в Бразилии вообще основано две официальные церкви, где церковь UDV и церковь Домине, в которых ритуал посвящен в первую очередь силе марири, сопровождающей и принятие, но самое главное, концентрации с духом, взаимодействие с духом. Особенность лианы то, что она в своем виде, даже срезанном, сохраняет силу. Ну, физически доказано до 100 лет. И это говорит о том, что это самодостаточный продукт с силой, которая может находиться и даже в срезанном состоянии.